Добрый день, дорогие друзья! Если вы смотрите мое видео, значит, вы ищете заработок в интернете. Лидеры MLM, приглашаю свою сетевую компанию, говорят, это ваш бизнес. Но это не совсем так. Это ваш бизнес, но до тех пор, пока компания не закрылась или не перестала просто выплачивать деньги. Я же вам сегодня предложу действительно бизнес, который у вас никто не отнимет. Причем с очень маленькими вложениями. Но, друзья, если вы не хотите работать, а в любом бизнесе вначале нужно поработать, а потом его только контролировать. Если вы вообще ничего не хотите делать, значит, можете закрыть видео. Хотя, все-таки посмотрите, потому что, увидев информацию, возможно, вы захотите немного поработать, хотя бы в начале. Итак, друзья, знакомьтесь. Прок MLM. Что же это такое? Это не компания, это не проект, это программа. А почему? Вы сейчас узнаете. И мы сразу переходим к преимуществам. Почему же я выбрала эту программу? И первое. Очень простой маркетинг. Это не матрица, это не бинар. Нет квалификаций и рангов. Нет сайта, значит, не закроется. Именно поэтому я сказала, что это действительно ваш бизнес. Вас никто не закроет. Это всего лишь маленькая программа, так называемая утилита, устанавливаемая на вашем компьютере. Нет общего счета. 100% выплачивается партнерам, а значит вам, если вы захотите здесь работать, сразу на вашу карту или кошелек платежной системы по договоренности. Очень маленькие вложения, всего 400 рублей, это приблизительно $7. Быстрый возврат вложений с первого приглашенного или с первой продажи, как вам больше нравится. Бесконечная ширина. С программой можно работать бесконечно долго, так как она, смотрим пункт 2, устанавливается на ваш компьютер, и ее никто не закроет. Сначала принцип работы программы, чтобы вы немного поняли, затем перейдем к маркетингу. Итак, вы оплачиваете ключ в размере 400 рублей или $7 спонсору на карту Сбербанка или по договоренности на платежную систему. Я рекомендую платежную систему A2Cash. Почему? Во-первых, если у вас все время будут поступать деньги на Сбербанк в одинаковых суммах, сначала по 400 рублей, затем большие суммы, которых вы потом узнаете, вначале это ничего страшного в этом не будет. Но когда у вас продажи пойдут постоянные, постоянно будут идти одни суммы, я думаю, что Сбербанк может заинтересоваться, почему же вам поступают именно одинаковые суммы. Поэтому вначале вы можете переводить на Сбербанк, а затем я вам все-таки рекомендую систему A2Cash, потому что у нее есть своя карта, которая стоит всего около $15, во-первых. Во-вторых, эта платежная система работает по всему миру, то есть вы с партнерами со всего мира можете работать. В-третьих, платежная система выгодная, с ней работают все обменные пункты. И причем я специально посмотрела обмен и сравнила, если, допустим, с A2Cash, если у вас своей еще карты нет, A2Cash, а вы просто выводите из платежной системы на тот же Сбербанк, то это выгоднее, чем, допустим, с Perfect Money, это самая распространенная система, на тот же Сбербанк. Ссылку на регистрацию в A2Cash вы найдете под этим видео. Второй пункт. Спонсор передает вам программу с ключом и инструкциями или в скайпе, или на почту, и вы устанавливаете ее на свой компьютер. Вот так выглядит программа. Первый Key1 – это ваш ключик, самый первый. Прок MLM – сама программка и описание инструкции. И затем вы уже начинаете продавать сами и покупать ключи следующих уровней согласно маркетингу. И получать за каждый проданный ключик на свою карту или кошелек платежной системы от 400 до 51 200 рублей. И вот вы видите, у нас 4 разных ключика. И теперь переходим к самому важному – маркетингу. Сейчас я более подробно вам расскажу, но если для кого-то это будет сложно, потом я вам покажу уже более короткий вариант, который вы можете даже сделать скрин и сохранить у себя, чтобы смотреть. Итак, вы купили ключ за 400 рублей. Программа вам дает 4 ключа на продажу, тоже по 400 рублей. И 800 рублей вы берете себе, а на 800 рублей покупаете ключ второго
уровня. Вам уже программа дает 8 ключей на продажу по 800 рублей. И бесконечное количество ключей первого уровня по 400 рублей. Таким образом, вы уже можете до бесконечности продавать ключи по 400 рублей. Кто же у вас будет покупать ключи второго уровня по 800 рублей? Партнеры второго уровня, то есть те, кого пригласили ваши личные партнеры. Причем не только первые четыре, а вы же будете приглашать больше, вы же будете продавать постоянно ключи. И еще такой момент. Новые партнеры покупают сначала у своих спонсоров, то есть у ваших личных партнеров ключи по 400 рублей, и только потом покупают уже у вас ключи за 800 рублей. И это очень важный момент, то есть все постепенно. Итак, вы продаете 8 ключей, за 4 ключа 3200 рублей вы берете себе, и 3200 рублей за эти деньги оплачиваете ключ третьего уровня. И вам дают программу уже 33 ключа и бесконечное количество ключей второго уровня. Кто же покупает у вас ключи третьего уровня? Ваши партнеры третьего уровня. Вы продали 33 ключа, 54 400 рублей вы взяли себе и за 51 200 рублей покупаете ключ четвертого уровня. И это последний ключ. И последний ключ вам дает бесконечное количество ключей третьего уровня по 3200 рублей и сразу же бесконечное количество ключей уже четвертого последнего уровня, каждый из которых стоит 51 200 рублей. И на этом ваше вложение закончено. Вы просто продаете эти ключи. Хотите вы приглашать еще на 400 рублей продавать ключи или не хотите, это уже ваше личное дело. В любом случае, у вас уже какая-то есть структура, которая будет у вас покупать ключи и второго, и третьего, и со временем четвертого уровня. Ключики четвертого уровня покупают, соответственно, партнеры тоже четвертого уровня. И, как я обещал, давайте вот такую более коротенькую схему. Итак, первый уровень 400 рублей стоит. Вам дается 4 ключа по 400 рублей, это 1600 рублей, 800 рублей вы берете себе, 800 рублей оплата ключа второго уровня. Второй уровень стоит уже 800 рублей, вам дается 8 ключей по 800 рублей, это 6400 рублей, из которых 3200 рублей вы берете себе и 3200 рублей это оплата ключа третьего уровня. Причем ключей первого уровня у вас становится бесконечное количество. Третий уровень. Ключ стоит 3200 рублей, вам дается 33 ключа. Это составляет 105 600 рублей. 54 400 рублей вы берете себе и 51 200 рублей стоит ключ последнего четвертого уровня. И ключей уже второго уровня у вас становится бесконечное количество. И последний, четвертый уровень, он стоит 51 200 рублей. Уже до бесконечности вам дается количество ключей, 100% вы берете себе, больше никому не платите. И таким образом у вас ключи всех четырех уровнях, они уже ваши. И вы можете заниматься этим бизнесом уже без вложений, столько, сколько сами это захотите. Иногда задают вопрос, обязательно ли приглашать 4 человека. Друзья, у нас квалификации нет. Это просто как бы пожелание. Вам дается 4 ключа для вашего удобства, чтобы половину вы могли взять себе, чтобы у вас уже первые деньги были. Вы 100% вернули свои вложения, 100% чистая прибыль. И половину вы уже купили ключ следующего уровня, чтобы движение продолжалось. И даже если вы пригласили только 2 человека, под ними же будет структура, и в этом случае вы будете зарабатывать. Единственное, что с этих двух партнеров вы себе ничего не возьмете, а купите ключ второго уровня. Иначе у вас бизнес остановится. Ключи второго уровня у вас никто не будет покупать, вот так как у вас самого его не будет. То есть в этом случае вы пока прибыль не получаете, а покупаете ключ второго уровня, и ваша прибыль будет уже первой тогда составлять 800 рублей. Вы сразу можете продать ключ второго уровня. И это не все, друзья. Даже если вы пригласили одного партнера, и он у вас очень активно начала развиваться структура, тоже вы можете даже больше не приглашать, если у вас желания такого нет. Даже в этом случае вы будете получать. Но в этом случае вы получили только 400 рублей, и чтобы купить ключ второго уровня, вы должны уже добавить
свои 400 рублей. И еще раз хочу подчеркнуть вот самую большую фишку, на которую я, так скажем, повелась, которая для меня сыграла такую решающую роль. Это бесконечная ширина. Нет такого, вот как в матрицах, 4 человека вы пригласили, а следующие у вас идут в глубину, получают какие-то ваши партнеры, вы ничего не получаете, стоите там в какой-нибудь пятой матрице и ждете, когда кто-то к вам перейдет. У вас бесконечное количество ключей на любом уровне. Первый уровень, вот это самое главное, надоело вам приглашать, вы устали, взяли отпуск, отдохнули, съездили куда-нибудь, набрали сил, и вы в любой момент можете опять начать продавать эти ключи. Но не забывайте, друзья, что в любой момент у вас может быть продажа, если уже структурка есть, ключи могут у вас покупать второго и третьего, и четвертого уровня. Но это уже будет ваш пассивный доход, вы можете не приглашать. Это вот самая большая фишка, которую я хотела рассказать. И давайте опять вернемся к преимуществам, очень быстренько и коротко, чтобы у вас как бы вот так вот закрепилось все. Первое. Очень простой маркетинг, не матрица, не бинар, нет квалификации рангов. Нет сайта, значит, не закроется. Это маленькая программа. Нет общего счета, 100% выплачивается сразу вам на вашу карту, на вашу платежную систему. Очень маленькие вложения, всего 400 рублей. Быстрый возврат вложений с первого приглашенного. Бесконечная ширина. С программой можно работать бесконечно долго.